Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые друзья. Воспользуюсь моментом, что не выхожу из дома, и хочу вам приготовить, показать, как я готовлю брокколи. Брокколи, вы знаете, очень полезный продукт, в нем очень много витаминов и полезных веществ, но в том числе брокколи очень хорошо действует на нашу пищеварительную систему. Особенно для тех это хорошо, у которых какие-то гастриты. Итак, мы готовим сегодня брокколи. И первое, с чего я начну, я, конечно, порежу брокколи на более мелкие кусочки. Ну вот я нарезала. Уже нарезала брокколи, этого мне достаточно. Готовлю дальше. Сейчас я должна вскипятить в кастрюлю горячую воду и бросить туда брокколи. Брокколи должно вариться ровно 4 минуты. Ставлю на 4 минуты, чтобы не пропустить и не переварить, чтобы было хрустящее. Воду, естественно, перед этим подсолила чуть-чуть. И пока набираю вот сюда холодную воду. В холодной воде я растворила несколько кубиков льда. И вы видите, время еще не подошло. А для чего нам нужна такая холодная вода? Чтобы уже процесс, когда мы вынули ее из горячей, он не продолжался, чтобы было ровно 4 минуты. Для того, чтобы она оставалась хрустящей, хорошей, не разваристой, нежной и в то же время с хорошим цветом. Мы сделали, можно и вынимать нашу капусточку. И обратите внимание, какой у нее замечательный цвет. Какая она была и какая она сейчас. Продолжаем готовить дальше. Часть брокколи я потом отделю. Из одной части я приготовлю салат. А из второй части буду готовить завтрак для меня и моего сына. Очень вкусный, праздничный такой завтрак. Но перед этим я все посолю, естественно, и немножко поперчу. Я предпочитаю красный перец. И чуть-чуть добавлю чесночка. Чесночок перед этим я чуть-чуть приспущу на сковородке на сливочном масле. Буквально вот прям несколько секунд. И сейчас я размешаю яйца. Добавлю сюда немножко соли. Готовится на самом маленьком огне и прикрываю сверху крышкой. Но у меня крышки такого размера нету, я прикрыла тарелкой. И я немножечко оставляю, чтобы не до конца он совсем. И теперь буду раскладывать на тарелке. Теперь буду раскладывать на тарелке. Вот такая прелесть у меня получилась. Приятного аппетита, мои дорогие друзья. Надеюсь, рецепт вам понравится. И вот в связи с тем, что я не могу ходить по магазинам пока еще, носить тяжелые вещи, мы заказали продукты в утконосе, и нам сегодня их принесли. И вы видите, здесь у меня индейки, вот это котлеты из индейки, филе бедра цыпленка, там грудка ниже лежит, сыр. Из вкусвилл йогурт, греческий творог мягкий, сметана.
Масса творожная, паштет из мяса индейки, шампиньоны, морковка мини, киви, огурцы мини, помидоры мини. Забыл вам показать мороженые овощи, которые я купила, и тоже мне пригодятся. И вот упаковку трески. Купила еще и картошку, тоже принесли, не буду ее показывать. Красный картофель я заказала. И фрукты, груши и яблоки, это мне сын купил вчера. Поэтому мы в этот раз не заказывали, не покупали. На самом деле я заказывала первый раз. И хочу сказать, что это очень удобно, потому что на первые три заказа бесплатная доставка. А еще скидка 10% была какая-то, еще какая-то была. Ну, в общем, достаточно такие хорошие скидки. Ну, я хотела сказать, что там можно из разных магазинов. И, кстати, из Вкусвилла мы заказали и сметану, и вот этот массу творожную с сахаром и с изюмом. Это сын мой любит. И сыр. В общем, все такие молочные продукты мы там заказали. Йогурт греческий с крыжовником. И мягкий творог. И еще что-то. Это все мы заказали. Вот, воду заказала Архыз минеральную и негазированную. Грибы шампиньоны 94,50. Гуляш из индейки 207 рублей. Йогурт из Бенка 42 рубля. Картофель красный 2,5 килограмма 73 рубля. Киви в корзинке 103 рубля. Котлеты натуральные из мяса Индилайт 238. Масло из Бенка бутербродное 113. Паштет Вкусвилл из мяса индейки 126. Сметана термостатная 54. Соус кальве 2 штуки 142. Творог из Бенка. Томаты черри 2 штуки 158,40. Ну вот такие цены, я считаю, приемлемые, когда плохо себя чувствуешь и не можешь приносить. Да, я начала готовить, поэтому я теперь буду готовить. Вы уже видели завтрак, который я приготовила и порадовала своего сына с 23 февралем. И вот это вот то, что нам принесли, это большой-большой подарок. После выставки Куинджи меня попросили описать мой аутлук. Ну, во-первых, шляпа фетровая с бабочкой. Брюки черные, зауженные к низу 7/8. Красная кожаная сумка. Черная трикотажная кофта из вискозы свободного покроя с длинным рукавом и под шею. Первый вариант украшения – коралловые бусы в два ряда. Так как в моде многослойность, сверху безрукавка, трикотажная шерстяная. И меховой воротник из песца зеленовато-серого, голубоватого цвета. Второй вариант украшения из толстого декоративного шнура красного цвета. Красный кожаный браслет. Красные коралловые серьги в серебре. И, как мне кажется, аксессуары дополняют образ и делают его единым и стильным. Красный легкий двойной платок с бабочками. До свидания, мои дорогие, мои любимые друзья, с прошедшими праздниками и с началом весны!